Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале Тугарыч. Итак, ребятки, бака, глич или фишка, которую можно использовать для уничтожения седа 2.0, которых мы можем встретить только... Ну, точнее, и этот баг, ребят, работает только на этой локации, на спецоперации «Восход», перед самим поджигателем. Именно на вот этой карте, именно в этом месте, ребята, работает данная фишка. В других местах она навряд ли будет работать, поскольку ее абьюз использования с помощью неких контейнеров, скажем таки. Ну и мне вопрос хаймзона прежде всего. Почему седы такие имбовые даже на спецоперации «Восход» уровня сложно? Остался я в одну харю, все погибли, все повыходили в тиме, ну, как обычно это происходит, с этим ничего не поделаешь. И начал выживать, выкручиваться и нашел интересную фишку, ребят, обратите внимание. Вот эта фишка, вот этот баг или глич, который работает, ну, против одного седа. Вот, мини-карта увеличенная, белая точка это наш персонаж, красная точка это сет, который стоит в баге, в гличе, он тупит, он ничего не делает, он тормозит, единственный минус то, что к нему на помощь может прийти второй сет, который ходит так, как ему, как говорится, захочется, как его душе угодно. Ну, а вот этого одного седа вы можете поставить с вероятностью 90% именно в этот баг, в этот глич. Работает, ребят, это мега классно, суперски и великолепно, самое главное, как говорится, подсекать как рыбак. Вот здесь я играю за персонажа седа, но я как рыбак сижу и подсекаю сюда седа, завожу, как говорится, сижу около крайнего контейнера, ребят, и именно сюда нужно мне затащить седа, поскольку я знаю уже, что в этом месте он будет тупить, а одеваться мне некуда, я остался один. Я остался один, и навряд ли у меня получится пройти это место, к сожалению, в реальных условиях, ну, как бы я ни прошел, потому что не сразу, ну, я не знал на тот момент еще наличие этого глича. И видите, что мы седа, как говорится, подловили, поймали. Он стоит, тупит, ничего не делает, а мы его просто расстреливаем, забегаем сзади и выдираем часть его броневой пластины. Вот таким вот образом, ребятки, великолепнейшим работает эта тема. И я рад, чтобы ты посмотрел это видео, и как вариант, если будешь играть на спецоперации «Восход» уровня профи, либо на уровне сложно, останешься один на один с седом, то, братиш, ты без проблем, если подсечешь этого седа, как говорится, как рыбак к этому месту, то его разберешь. Но вот второй сет, к сожалению, постоянно мешает, где-то там ходит в рандомных местах и может нашего персонажа замочить без каких-либо проблем. Кстати, отмечу, что этот баг, я думаю, таки будет работать, если вы играете за любого персонажа. Хоть там за седа играете, хоть за штурмовика, хоть за инженера, хоть за медика, хоть за снайпера. Опять-таки я сажусь около этого контейнера, и моя задача затащить сюда седа. Нужно быть аккуратным, вылазить только, ну, выглядывать на седа только именно в пиксель, ну, чтобы чуть-чуть его видеть. Он, видите, стреляет, все-таки дамажит моего персонажа. И вот сед, как говорится, подсекся и встал в это уязвимое место. Он стоит, тупит, не понимает, что же ему делать, а мы его расстреливаем. Вот так вот работает все это хозяйство. Подбегаем сзади и выдираем, как говорится, ему позвоночник, после чего он погибает. Но нас еще ожидают два седа, которые там спрыгнули сверху. Здесь вот на спецоперации «Восход» уровни сложно. 4 седа. Ну какого фига здесь 4 седа, я не понимаю. Миша, зачем ты делаешь таких противников? Они типа, это думаешь круто? Да нифига это не круто, это бред какой-то. Ну вот я опять, как говорится, рыбак, сижу в этом же месте, против меня два седа, одного я поймал на это интересное местечко, и сижу его дамажем, из минусов только перегревается наш миниган. Ну и второй сед пришел на помощь своему товарищу. Вот я пытаюсь обижать того седа, который стоит на ногах, но, к сожалению, к этому седу я не успел подбежать, и его товарищ дал своему седу по мордасу прикладом, когда тот еще сидел. Но вот такая вот печальная ситуация. Второй сет, ребят, здесь постоянно будет вам мешать, с этим ничего не поделаешь. Ну и опять-таки баг, ребята, фишка глича, стал сет на свою позицию, мы сидим, его, как говорится, дамажим, но второй сет может подойти, ребят, он может и справа обойти меня, то есть он ходит так, как ему захочется, по рандомным неким местам. Ну и у этого сета, то есть два сета с выдернутой броней, примерно, ребятки, работает этот глич таким вот образом. Высказывайте свое мнение в комментарии, надеюсь, да, данный глич вам поможет, он не особо имбовый, работает на спецоперации «Восход» именно только перед самим поджигателем, именно в этой локации, в этом месте, на карте, которую вы видите сейчас у себя на экране. Всем, ребят, на этом удачи, всем пока!